Ежегодно в преддверии Дня города Видное работники историко-культурного центра Ленинского района организуют для первоклассников познавательные обзорные экскурсии, на которых экскурсовод рассказывает ребятам об истории создания города и показывает его достопримечательности. Этот год не стал исключением, и ученики второй школы отправились изучать родную местность, рассказывает Юлия Погосян. Краеведческие автобусные маршруты в ЭКЦ существуют уже с 2004 года, а вот традиция устраивать обзорные экскурсии для первоклашек началась 4 года назад. С тех пор на протяжении этого времени накануне Дня города работники историко-культурного центра стараются задействовать как можно больше школ, чтобы дети имели возможность наглядно изучить место, где они живут. Кто, как не мы, расскажем ребятам об истории возникновения нашего города, об истории возникновения нашего Ленинского района. Так как эти встречи мы проводим с участием ветеранов, ветеранов завода, ветеранов Великой Отечественной войны, мы стараемся заложить и уважение к этим достойным людям. Обзорная экскурсия стартовала от историко-культурного центра вниз по самой старой улице, Школьной. На подъезде к Расторгуевскому туннелю экскурсовод рассказала ребятам о купце Расторгуеве и его вкладе в развитие Видного. Затем автобус проследовал ко Дворцу спорта. Здесь школьникам рассказали о спортивных достижениях города. Далее проспект Ленинского комсомола, Советская улица и через мгновение Аллея Славы. Место остановки было выбрано не случайно. Чувство патриотизма и уважения к ветеранам важно воспитывать с юного возраста. Вместе с ребятами возложить цветы к вечному огню пришла Нина Назарова. В молодости она была строителем и имела отношение к возведению города Видное. Выросла я в очень большой семье. 10 детей у нас у матери. Тяжелое было детство. И сюда я приехала в 1953 году. Нина Михайловна рассказала младшим школьникам о том, какая непростая судьба была у детей войны, какой вклад пришлось внести людям той эпохи в развитие страны. Их надо почитать у этих людей. Первоклашки остались довольны экскурсией. Правда, впечатления у всех разные. Однако дети, как один, говорят, что им нравится смотреть на родной город. Мне понравилось в автобусе ездить. Почему? Там много всего говорили, показывали там. Мне больше всего понравилось смотреть про город Видное. Завершением этой познавательной поездки стала остановка у школы, где учатся ребята. Здесь они вместе со своим классным руководителем посадили дерево. В честь 85-летия Ленинского района такие насаждения должны появиться во дворах всех школ города. Юлия Погосян и Адамия Наталья Буслаева, Видное ТВ.